Добрый день! Рада приветствовать вас в новом выпуске нашей рубрики «Сильгрюн хан тякунбу». И сегодня мы рассмотрим с вами два новых иероглифа. Это «кильчан» и «чальбэльтан» – длинный и короткий. Снова ознакомимся с написанием иероглифа и словами, в котором встречается, начиная с иероглифа «длинный». Это «чангсу» – долголетие, «чанчжом» – преимущество, «сажан» – начальник, чанкиган – долгосрочный, и чангори – далекое расстояние. Чангсу – долголетие. Конганаге чангсухагирил барамнида. Желаем вам здоровья и долгих лет жизни. Сегеджогуру юмянан чангсу маэре гагу сипсмнида. Я хочу посетить известные на весь мир деревни долголетия. 부모가 장수하는 가정에서는 아이들도 장수하는 경우가 많습니다. В семьях, где родители долгожители, зачастую живут долго и дети. 장점 – преимущество, то есть длинная точка, длинная черта. 자기 장점과 단점을 잘 알고 있는 것이 중요합니다. Важно знать свои сильные и слабые стороны. И 신품은 다양한 장점을 가지고 있습니다. Эта новинка имеет множество преимуществ. 이제 전 세계의 사람들도 김치의 장점을 알기 시작했습니다. Теперь люди по всему миру знают о достоинствах и пользе кимчи. 사장 – начальник. Вообще, в целом, когда мы говорим о каких-то позициях в корейском обществе, то мы используем иероглиф «чан» в качестве суффикса, то есть для последнего слога. Например, «вивонхэ» – комиссия, соответственно, ее начальник, председатель – это «вивонджан». И так далее, по такому же принципу образуются и другие существительные. Рассмотрим несколько примеров с самым универсальным словом «саджан». 저는 사장에게 하루를 쉬어도 되겠는지 물어봤습니다. Я спросила у начальника, можно ли мне взять выходной. 우리가 늦으면 사장님이 매우 화를 내실 것입니다. Если мы опоздаем, босс сильно разозлится. 그 일을 실패한다면 사장은 우리를 해고할 것입니다. Если мы провалим это задание, начальник нас уволит. И 장기간 – долгосрочный, то есть долгий период. 안전한 관계를 맺는데 장기간의 지속적인 노력이 필요합니다. Для стабильных взаимоотношений необходимы длительные и продолжительные усилия. 우리 언니는 베트남으로 가서 장기간 동안 돌아오지 않았습니다. Моя старшая сестра уехала в Вьетнам и в течение долгого времени не возвращалась. 제 친구는 장기간의 휴가를 마치고 직장에 돌아오게 되었습니다. Мой друг вернулся на рабочее место после длительного отпуска. 장거리 – далекое расстояние. 이 차는 장거리 운전에 편안합니다. Это очень удобная машина для путешествий на дальние расстояния. 항공사들은 장거리 비행에서 많은 종류의 영화들을 보여줍니다. На дальнемагистральных рейсах авиакомпании показывают множество разных фильмов. 고속 기차는 장거리 여행에 가장 좋습니다. Скоростные поезда лучше всего подходят для дальних поездок. Фразеологизм 고사성어 с иероглифом 장 – длинный – это 불로장생 – вечная молодость. 인삼은 예로부터 불로장생하는 명약으로 알려져 있습니다. Женьшень издревле известен как эликсир вечной молодости. И немного иероглифы короткий – тан и словах, в котором он встречается. Танчжом, по аналогии с чангчжом, антонимичное ему, недостаток, изъян. Танпён, короткое произведение. Танчук, сокращение. Чэдан, наикратчайший. И тангиджок, краткосрочный. Танчжом, недостаток, изъян. 그 계획은 장점보다 단점이 훨씬 더 많았습니다. Этот план имел значительно больше недостатков, чем преимуществ. 우리는 좋아하는 사람의 단점을 자주 무시합니다. Мы часто игнорируем недостатки симпатичных нам людей. 연예인으로서의 가장 큰 단점은 사생활이 없다는 점입니다.
Главный недостаток известности – отсутствие частной жизни. Танпён – короткое произведение. Это может относиться как, например, к художественным произведениям, то есть это рассказы, либо же, например, к фильмам, которые, соответственно, являются короткометражными. 그 여자는 단편 소설가로 유명해졌습니다. Она прославилась как автор коротких рассказов. 우리 학교에서는 봄 학기에 단편 수필 대회가 열립니다. В нашем университете в весеннем семестре проходит конкурс рассказов. 아이폰으로 촬영된 한국의 단편 영화가 국제 영화제에서 상을 받았습니다. Корейский короткометражный фильм, снятый на iPhone, получил премию на международном кинофестивале. 단축, сокращение. 수업 시간이 한 시간으로 단축되었습니다. Время занятий сократилось до 1 часа. 단축키를 사용하면 작업을 빨리 할 수 있습니다. Использование горячих клавиш, то есть буквально клавиш сокращения, ускоряет работу. 비행기는 세 개의 고리를 단축시켰다는 사실이 명백합니다. Очевиден факт, что самолеты сократили расстояние по миру. 최단, наикратчайший, то есть 최, самый, и 단, короткий. 시간이 별로 없으니까 우리는 최단 거리로 가야 합니다. У нас почти нет времени, поэтому мы должны идти по кратчайшему пути. 이 선수는 이번 달리기 대회에서 최단 시간을 기록하였습니다. Этот спортсмен преодолел забег за самое короткое время. 지리 정보 시스템 GPS를 이용하면 목적지까지 최단 거리를 알 수 있습니다. Используя систему GPS, можно узнать кратчайший путь до места назначения. И последнее слово «тангичок» – краткосрочный. Фактически это тоже антоним для «чанкиган», «танкиган», «чанкичок», «тангичок» и так далее. «Тангичок» 목표를 세우는 것은 생활의 중요한 부분이라고 할 수 있습니다. Можно сказать, что ставить краткосрочные цели – это важная часть жизни. 이것은 문제에 대한 단기적인 해결책일 뿐입니다. Это лишь краткосрочное решение проблемы. 저는 한국에 단기 어학연수를 갈 예정입니다. Я планирую поехать в Корею на краткосрочную языковую стажировку. Если же мы, например, соединим два иероглифа «чан» и «тан», то получится слово «чандан», которое означает «ритм», то бишь буквально «длинный», «короткий». 저는 어렸을 때부터 춤을 잘 춰서 장단을 잘 맞춥니다. Я с детства занимался танцами, так что у меня хорошее чувство ритма. Опять же, два этих антонимичных иероглифа тоже можно использовать по-разному. Мы уже знаем два слова чанчом и танчом, то бишь преимущество и недостаток. А чтобы сказать это одним словом, мы можем использовать просто слово чанданчом. Итак, большое спасибо за просмотр. Увидимся в следующий раз.